За последние сутки количество инфицированных коронавирусом в Одесской области выросло на 728 человек. Среди них 471 одессит. С начала пандемии в нашем регионе вирус обнаруживали почти 93 тысячи раз. В лабораторном центре Минздрава сообщили, что от осложнений коронавирусной инфекции умерло 20 человек. Выздоровели 204 жителя Одесской области. По состоянию на 16 марта на стационаре в городской инфекционной больнице находится 287 пациентов, большинство из которых в тяжелом состоянии. Вакцинировались за прошедшие сутки 270 жителей Одесской области.